Ага. Понятненько. Этот чувак, Клифф, он антагонист. Да ну, серьезно. А, сразу понятно, у него такое лицо, он прям злодей. Я же сказал тебе, Дум и ББ опасная комбинация. Тебе бы помыться. Ты с ног до головы в хиралии. Негоже в таком виде показываться президенту. Да что ты несешь? Ее нет. Ты расстроен? Это из-за ББ-28? Иди-ка ты нахер, я тебе не шестерка. Нормально. В любом случае, ребенок обязан тебе жизнью. Нет, это мы ему обязаны. Ты тоже. И ты, кстати, тоже. Как скажешь. Я за ним пригляжу. Ой. Привет от меня президенту. Какому президенту-то, я не понимаю? Она же померла. Ты новый президент уже, что ли? Я думал, я стану президентом. Логично вроде. Он ему факт показал? Я не заметил. Кто, ребенок? О, это вы после школы домой вернулись. Ребенок, серьезно? Мне кажется, этим ребенком, его разумом, кто-то управляет. Например, тот мужик. Ну, после работы завода. Шарага там. Институт. Кембридж. Где вы там учитесь? Это Сэм, да? Нормально. Смотри. Это ловец снов. Поймав. А, так вот что у него там висит. И я отгоню кошмары. Я всегда буду с тобой. Эпизод второй, Эмили. А сколько эпизодов в игре? О, ладно. Хес, в игре все объясняют, без тайн. Да я понимаю, да. О, я уснул. Как-то он странно спал сейчас. Вау. Почистись, смой с себя весь хералий, а затем иди в кабинет президента. Ля какой, блядь, ты что делаешь-то, ё-моё, не трогай меня, блядь. У, сука, а у меня, кстати, так же. У меня такие же, кстати, ля, блядь, машина, нихуя себе, Геракл. Вот это. Ты куда меня засунул? Ты что делаешь? Ты сел на камеру? И на кой хрен ты это сделал сейчас? О, сука. Что сейчас было? Что ты делаешь? Я не знаю. Я просто жму на кнопки, он... Слушай, мы поняли. Ты прям очень сильный, да. Ух. Страшно. Боюсь. Да на тебя растошнило. Хватит уже, блядь. Люди от стресса болевать начали. Долго зумом смотри на пах Сэма. Несколько раз. Чем пукнет, что ли? Да вы меня разводите, чтобы я просто на его жоп смотрел. А, на пах! Извините, я просто. Ну, я просто хотел на его жоп посмотреть. Ладно. А он его руками прикрывает. Он начинает волноваться, когда мы смотрим туда. Видите, сразу ручками начал шевелить. Да знаю я пах, что это пах, блядь, а жопа это жопа. Я просто хотел на жопу посмотреть. Ну? А! Шо? Ладно, не будем смущать его, как бы, это самое, да? Гениально, блядь! Осмотреть фигурки. Да не смотрю я туда! Да я вообще туда не смотрю, ну! Да понял я, понял. Биг, все, хорошо. Блять, да не трогай ты меня! Он нас обнимает, это обнимашки или что? Он обнимает, это обнимашки, ребят. Еще смотри, а если он ударит?
Да шо, блядь? Ты что такое лицо, серьезно? Ты не смотри, блядь. Да ну. Сука. А! А, это видел! Я тоже так умею. Я так стримы свои заканчиваю. А! Ой, фу, а что с ногами? Э, куда? Куда? Что? Да ладно, все, не обижайся. Еще на пах посмотри. Да ну хватит, ну. Ну ударит же. Чё ты делаешь? Он чё, ногти отрыв... Ау! Это больно. Скорее всего. Ну, определенно. Так, продолжаем смотреть на пах. Отличный геймплей. И еще раз, да? Да за шо? А я предупреждал. Он не просто нам свои мышцы показывал. Он предупреждал. Так, ладно, давайте на фигурки посмотрим. Ну, блин. А, ну-ка, чё, шо, ага, ага. Хвастается, ля какой, смотри, блядь, типа, смотри, какие у меня фигурки. А у тебя таких нет. А у тебя таких нет. Чисто похуй, понимаешь, да, на эти фигурки твои. Ну и шо, блядь. Прикольно. Я вспомнил игру, на PlayStation была, там, типа, солдатиками играть, такими же зелеными. Не помню, как она называлась, но была прикольная. Гениальные фигурки, ребят. Так. Армия Мэн. Да, да, Армия Мэн вроде что-то такое. Так, а на что еще здесь можно посмотреть? Ну. А, все, 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 все. Хватит, хватит. Хватит. Проверить ББ, идет строительство. Осмотреть стол. Нормально сейчас так вот это вот вообще. Ой, вот еще фигурки. Ля какие. Так, ну, они мне за рекламу, не смотри на банки, господи. Как... А? Не смотрим, ребят, закройте глаза, потому что мне за интеграцию не платили. Ну ладно, хорошо. Выпить? Серьезно, да? Вот это вот пойло сейчас... О, ну-ка. Сейчас модный буду. А? Нет, не попадешь. Девка Хесуса, спасибо. Ля, сука. Райбан, да? Нормально. Изи. Ладно, давайте выпьем одну. Хрена хлебает. Слушай, я бы не советовал так за... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, теперь срочно надо в туалет бежать. Фу, у меня хп отнялось. Хорошая реклама, слушайте. Все, пойдем. Как встать? Если идет строительство. Я выпил энергетик, мне срочно туалет нужен. А. У. Попозже, ребят. Неа! Чё-то тебе не везет, девка Хесуса. Спасибо тебе за 100 рублей. Сэм, ты меня слышишь? Да твою ж мать. Нигде теперь нельзя уединиться? Вообще-то нет. За исключением душа и туалета. Ну, угадай, где я сейчас нахожусь. Чего? Я
Я так понимаю, ты решил помыться? Там унитаз. Ладно, прям как в душе? Захочешь, зайди в кабинет президента. Гениально, она... мать его. В смысле, я не помылся даже? Я не отмылся? Какой кабинет президента? И вообще, я хотел еще энергетика выпить. Что за бред? Я и не посрал, и не помылся, и ничего не сделал. Гениально. Слушайте, а такой душ вообще существует, чтобы прям внутри душа был унитаз? Ты молодец, Сэм. Спасибо. Бриджит нас покинула. Но мы можем сохранить ее наследие. Как они надоели своими речами вот этими. Мечта о возрождении Америки. Поздравляю, не девка. Умерла. И слышать не хочу. Взгляни на нашу новую надежду. Новую Америку. Давай задницей повернись, и я смогу тогда оценить. В Америку эту новую. Ля какая! Это типа моя мать, но только в молодости, как я понял, не? Пусть мама умерла, но я здесь. Подожди, а кто? И ты, Сэм. Ты тоже здесь. Сестра? Как это вообще работает, блядь? Сами все мертвы. Вы с ней 10 лет не виделись, да? Она за это время не постарела ни на день. Он знает почему. Мое тело на берегу. Там время не имеет значения. А вот ты повзрослел. Хорошо выглядишь. Спасибо. Значит, ты это всерьез насчет восстановления связи между всеми? Кто-то должен сменить Бриджит, Сэм. И что важнее, продолжить ее дело и заново отстроить нашу страну. Почему она? Саманта Америка Стрэнд. Наш новый президент. Новое начало для нашего народа. Нашей страны. Под ее руководством мы восстановим UCA. Соединенные города Америки. Чего? Вот как мы возродим нашу страну. Но нам Чего? Понадобится твоя помощь, Сэм. Нет. С меня хватит. Я распрощался и с Бриджит, и со всеми вами. Но мы тебя не забывали, Сэм. Это ты сбежал. Ты порвал с нами. Господи, Амелия собрала отряд. Лучших из Бриджеса один. И ушла на запад. Гениально. Провела их через кратеры и земли тварей. Я оберегала их, пока они искали уцелевших. Не пропустила ни одной твари. Всех замечала издалека. Как? Там вон в чате целая куча сидит. Мы убеждали поселение за поселением примкнуть к нам. Шо? И мы оставляли с ними наших людей помогать. У нас ушло на это 3 года, но в итоге мы сумели добраться до краевого узла. Ага. До Тихого океана? Боже. Да. Но потом все покатилось к черту. Отряд уничтожили, Амелию схватили. Прям какая-то игра, знаете, компьютерная. Но не то, чтобы меня держали в клетке или под замком. Мне разрешают гулять, и я могу говорить с вами, когда захочу. А в чем смысл? Нельзя покидать город. Их цель — обеспечить независимость краевого узла. По крайней мере, так ей говорят. Они хотят, чтобы UCA к ним не лезли. Амелия нужна им в качестве страховки. И еще раз, кто эти придурки? Дементы. Сепаратистская группировка. Они контролируют краевой узел. Я про них слышал. Кучка русские, что ли? Убивают людей и превращают города в кратеры. Понятно. Да. Они ничем не гнушаются. Могут даже подстроить выплеск. Сука. Так ты считаешь, тот взрыв в центральном узле их рук дело? Возможно.
Эти экстремисты расползлись по всей стране и гадят нам из-под тишка. У них нет четкой организации, и их ничто между собой не связывает, кроме идеологии. Я знаю, что не все разделяют наше видение будущего. Если мы, американцы, не объединимся вновь, человечество обречено. Кодзима же вроде из Японии, правильно? Я повторяла послание матери. Почему он не сделал игру про Японию, про японцев? Но не все были готовы принять его. Многие предпочли остаться в изоляции. Они держатся особняком, поодиночке. Как ты, Сэм? Они думают, что Америку можно возродить лишь силой, что им станут указывать. Отберут у них свободу и закуют в кандалы. Типа вот таких, да? Вы не лучше этих дементов. Еще одна секта. Это не кандалы, Сэм. Это символ нашей связи. Это то, что нам сейчас нужно. Из разрозненного сделать единое. Сформировать хиральные узлы и связь. Сэм, ты должен отправиться на запад и завершить начатое. Люди, которых Амелия оставила по пути, построили терминалы хиральной сети. Но они не соединены друг с другом. Ты должен связать их воедино. А для этого нужен Кьюпит. В нем содержатся все операционные протоколы, необходимые для интеграции терминалов в общую сеть. Отнеси Кьюпит на запад и воссоедини народ нашей великой страны. А как достигнешь краевого узла, разыщи Амелию и верни домой. И все? Изи. Подожди, они же у меня уже висели когда-то. После этого я вступлю в должность и продолжу дело, которое начала моя мать. Таково моя? Последнее желание, Бриджит. Так, мы возродим нашу страну. Как? Каким образом? Пожалуйста. Где план? Ты нам нужен. Я теперь Сэм Портер Бриджес. Я больше не Стрэнд. Черт, я даже не один из вас. Вы меня выгнали. Не хочу иметь дел ни с вами, ни с кем-то еще. Никогда. Это был сон. Ну, во сне у меня были Стой! Эти штуки. Шо? Видишь? Меня как будто здесь нет. Как всегда и было. Блять, ты... Сэм! Ты проводишь интернет в города, так игроки появятся как раз. О, блядь, надеюсь, это Подожди. Не рост целиком. Стой! Послушай, вы нужны Америке. Вы оба. Когда опутали весь мир проводами, войны и боль не прекратились. Можете попробовать еще раз, но только потом не надо удивляться. Все идет по кругу. Соедини, объедини, не все так просто. Ладно, ладно, Сэм. Не горячись, я понимаю. Тебе нужно время, чтобы все обдумать. А пока иди передохни. Хорошая мысль. Организму нужен сон. А иначе рано или поздно соединишься с той стороной. Мы провели профилактические работы. О, ББ починили. Отправили кое-что для твоего удобства. Можешь пользоваться. В кои-то веки Дум и ББ оказались удачным сочетанием. Или, может быть, вас связывает некая взаимная симпатия? Господи, что у него с лицом? Что-то дергает, как трясет. Странный какой-то ребенок вообще. So cute! Да какие плюс 8? Фу, блядь, что у вас за мысли такие? Это просто ребенок. В капсуле, к тому же. Его оттуда не достать. А если открыть капсулу, он сдохнет. Ну, вроде как, я понял, да? Опять сон? Или что это? Другой мир, я не понимаю. Сейчас он опять голый будет спать, да? На берегу. Ну? До 100%. А, нет, в одежде. Но без носков. Да что ж такое, а? Кодзима явно любит оголенные тела. Кто? Сэм. Ну, здрасте.
Каблуки на песке. Ну тут другой песок особенный. Послушай, ты Сэм Стрэнд. Нет, уже нет. Это в прошлом. Сэм какой-то меня депрессивный. Зовут Сэм Портер Бриджес. Странное слово прошлое. Казалось бы, оно уже позади. Так, надо понимать, ребят. Думаем. Давит на тебя словно груз. Или удерживает на месте, как якорь. Я застряла, Сэм. Здесь. Это тот самый берег. Океана. Где они последний раз виделись? Почему она все время в красном платье ходит? У нее нет другой одежды? За тысячи миль от тебя. Но мы все так же близки. Верни. Ты свободен, но мы все еще связаны. Не отрицай этого. Как ее запомнил, так и является во сне. То есть это сон. О, одежда поменялась. Черная теперь. Опять красная. Это что-то значило, ребят. Это какая-то отсылка была. Подсказка. Я буду ждать тебя. Серая. Хотя, может быть, это важно. Синяя. Короче, я понял. Чат, в чате каждый видел свой цвет. У кого-то серый, у кого-то синяя. Это тоже что-то значит. Это как, помните, мем был? Какого цвета платье на картинке? Да Хесус, замолчи. Да ебало, сам завали, блять. А что я должен делать-то? Они даже не разговаривают. Ты мне, блядь, тут это, поуказывай. Стой! Опять меня привязали. Доброе утро, Сэм. Здрасте. Ты поссать хотел. Вы сейчас про реальную жизнь или про игру? Потому что я хочу писать, да. Доброе утро, чат. Это сейчас луна горела. Не знаю. А может быть солнце? Хотя оно и так горит. А, то есть вы так беспокоитесь, да? О том, чтобы я пописать сходил. Это Дай Хардман. Ты спал как убитый. Умотался? В личных помещениях есть все удобства. Душ, туалет и прочее. Заходи туда, если нужно отдохнуть. Осмотреть снаряжение, что-то обдумать. Если есть вопросы, обращайся к персоналу. Ну а пока, сначала осмотри здесь сам. Узнай, как сейчас работает Бриджес. Окей, я понял. Так, ребят, наверное, я все-таки реально скажу, пописываю, а то вот это вот ощущение мочи в твоем мочевом пузыре, оно не дает мне нормально сосредоточиться. Так и хочется, знаете, псикнуть. Так. Сейчас, да, нормально все. А, он подмигнул. Кто? Кто? Я? Ну да. Я с вами за... Ля, сука, он опять подмигнул. Я это тоже заметил. Воспользоваться туалетом, стоя, сидя. Так, ребят. Мне тоже надо воспользоваться туалетом, пожалуй, стоя. Пока что еще стоя, да? Вот. Подождете? Вы тут пока с ним позаигрываете. Я думаю, вы для этого у меня... Я думаю, вы меня для этого в туалет гоните. Ага. Чё, я сейчас. Какая кица, блин, алё. Алло? А? Потом. Чего, блин?
за херня происходит? Я хотел резко встать и плечом об стол ударился. Чё так сердечек-то много? Это... Он вам что-то показал? Или это вы мне сердечки показываете? Я сейчас не понял, блядь. Чё за херня происходит? Хватит подмигивать, блин. Чё за... А, ему ясно. Ну я пойду кусками тогда посру. Сэм, это Харпер. Кто-то затрахал. Да ты покакать. Следователь, занимающийся тайнами берегов. Ох, и выхода смерти. Ну все, сейчас, ребят, кусочками. Способностями и возвращенцами. Когда ты облегчаешься, это что сейчас за звук был? Из твоей системы выделяется некоторое количество хиралия. Чего? Хиралий отрицательно сказывается на секреции гормонов и на нервной системе. Считается, что контакт с хиралием провоцирует развитие фобий, а также, в серьезных случаях, агрессию и суицидальные мысли. Есть даже предположение, что именно хиралевое загрязнение активирует дум. Позволь, я возьму для изучения образец твоих выделений. Так я смогу дистанционно отслеживать степень твоего загрязнения хиралием и состояние здоровья. Он что, мазок хочет сделать? Не, не надо, братан. Только не это. Я по врачам именно по этой причине не хожу. О! Девка! Наконец-то, да. Ты добилась своего. Ты блеванула. Спасибо тебе за 100 рублей. Спасибо. А, так это ты донатила, что ли? Давайте сделаем Хесусу приятный и по возвращению немножечко поспамим сердечками. А-а-а! Одинокий доставщик из Казани. Прочитай сексуальным голосом Ридуса. Ку, работаю в я... Чего, блядь? Ку, работаю... Я де... Чего? Да, рейтинг курьеров есть. Но ни на ЗП, ни на количество получаемых заказов он не влияет. Всех врунов из чата можешь сразу в пермач кидать. Пишу третий раз сообщение, потому что предыдущие стирались. Передаю привет мне, моей сестре Олесе и Казани. То есть ты работаешь в Яндекс.Еде? А нахрена тогда этот рейтинг нужен, если он ничего не дает? А я пойду подписываю. Да не сидя, блядь! Господи, у меня сейчас херали весь тут выделится из моих вот этих вот штук. Я хотел сто... Или я стою? А, да ё-моё, ну сколько у тебя там кусков? А это можно бесконечно делать, да? Теперь стоя. Стоя. Да подожди, он хотел подмигнуть. Не успел. Мне кажется, во все... Понятно. Кстати, туалет чистый, идеально. Гениально, боже. Попей энергетик. Да я только что в туалет сходил, нахрена он мне нужен? Чтобы что, чтобы опять принять душ? Вот, вот что мне нужно, в душ сходить. А интересно, когда ты в душе и при этом одновременно в туалет идешь, этот запах, который остается в момент, когда ты моешься, он сразу типа, ну, истребляется, скажем так. Просто это, конечно, удобно, но, наверное, не очень приятно, когда тебя приспичило прям в душе, да, это сделать. Только выше не надо, пожалуйста. Да ладно, сушилка. То есть даже вау, как быстро. То есть даже вытираться не нужно. Тебя тупо обдувает, короче, да? Так, осмотреть стойку с оружием. Проверить ББ, осмотреть стойку со снаряжением. Чё? Ага, вижу, да. Все, я понял, сейчас, ага, окей, давай. Оружие. Шо там? Он там что-то нам показать хотел. Привет. Мы вроде знакомы. Я занимаюсь доставкой, а также техобслуживанием и ремонтом. Хорошо, что ты с нами. Если я еще это не говорила, то я мама. Зина, а вот ты? Это нити. Они нужны не только для упаковки, но еще и для идентификации. Посмотри внимательно и увидишь. Видишь красное? Это твоя кровь. Где? Где? Кто-нибудь кровь видит? Какая кровь? Мама? Так.
Шаг влево. Шаг вправо. Оп. Понял. Это не Алиса? Только не активируйся. Ничего не понимаю. Ладно, давайте ББ проверим. Подожди, что ты? Куда ты? Ладно. Это Ленин? В смысле, озвучивает? С каких пор у Ленина такой сексуальный голос? Сэм, это Дэдмен. Я откалибровал твоего ББ в соответствии с твоими физиологическими параметрами. Правда, это только догадки. Когда пробуешь его в деле, мы проверим синхронизацию и настроим его чувствительность как надо. Ля какой! Порнхабик, здравствуй! Спасибо! Спасибо тебе за 19 месяцев переподписки третьего уровня. Здравствуй! А мы тут гениальную игру проходим. Укачивать ББ. В смысле, прям здесь можно укачать ББ? Серьезно? Давайте попробуем. Эй, малыш! Привет! Сморила, да? Чего? Сморила? Кто? Что это значит? Что за бред? Ладно, хорошо. Давайте вернемся. А, блядь, надо было шаг сделать. Ну ладно, не важно. Что значит сморила? Типа сварила его там или не понимаю? Что он имеет в виду? Зеркало надо. Этот корпус удалит весь хирали из твоего костюма. Кстати, о костюмах. У курьеров они синие, у медиков красные, у сжигателей трупов оранжевые, у охраны черные. У отбросов, короче, желтые, да? Понятненько. А, изменение цветовой схемы. А, нормально. И все? О, фиолетовый пусть будет. Отлично. А линза беленькая. А мне такое нравится. Ну, чисто твич, короче. Ты отброс, кстати. Ладно. В смысле не будут? Подтвердить. Все, отлично, нормально. Подтвердить. Готово. Так, теперь получается в зеркало, вы говорите, надо посмотреть, да? О-о-о-о-о-о! Да я это уже... Запах ему камеру приблизь. Да, мы это уже делали. Да я видел! Да видел я уже! Да неинтересно это, ну! Что ты мне пальцем тыкаешь? Использовать раковину, давайте в раковине покопаемся. Это какой-то Sims. Выполнить действие. Ты что сделал? Что за... Алло? Ах, так охуенно донатить. Всем советую. За сим отклоняюсь, но на стриме останусь. Подписывайтесь на бота ВК и на телегу. Идеальный донатер. Спасибо тебе большое за 100 рублей. Это, кстати, да. Подписывайтесь, ребят, на Телеграм, на бота ВК, чтобы не пропускать такие гениальные стримы. О! Попасть! Ля, сука. Да, блядь. О, по-моему, такой весь этот мем. Блин, такой бы смайлик сделать, на самом деле, на Твиче. А можно еще что-нибудь там, не знаю. Ой, ля какая. Анечка, спасибо большое за переподписочку. Уже третий месяц. Выбрать, ой, выполнить действие. Нет, что ты сделал, не надо. Блять. Что с лицом? Так, про мать не говорите, она уже сдохла. Ля, сука. Что с глазами? Получены лайки от ББ. В смысле, меня ББ лайканул, что ли? Нормально? Так. Подожди, стой. Да ну нахуй ты моешься-то? Тут можно бесконечно возле этого зеркала торчать.
ББ опять лайк поставил. Да куда? Да заеб... Чё, опять лайк? О, один лайк от ББ. А чё так мало? Как выйти из этого зеркала? Все, вали отсюда. Вали, пока, блин, не это. От лица ничего не осталось. Так, использовать раковину. Принять душ. Готово. Так. А, вот. Окей. Он что-то хотел сделать. Чмокнуть, наверное, да? В этом терминале находится база данных Bridges с разнообразной информацией. У тебя нет доступа ко всему, но многое, возможно, тебя заинтересует. Музыка. Проигрыватель позволяет слушать любую музыку, имеющуюся в вашем распоряжении. Музыкальные данные можно получить в награду за выполнение различных заказов для Сэма. Гениально. Геймплей будет, так это и есть геймплей, ты чё? Просто гениальный, ты в этом не разбираешься. Нет? А где они? Я просто не шарю ваших вот этих вот песен. Что такая смазливая музыка в этой жестокой игре? Чего 110? Да включу я, дайте мне другую музыку послушать. Всему свое время. А чё так мало музыки? Это все? Это вся музыка, которая есть в игре? Это что ли? Погромче. А я тебе как это сделаю? Нельзя громкость увеличить. Вам нравится очень странная музыка. Тут много попсы и... Ну это гениально! Ебать, он по-русски поет. Это униме какой-то. Гениально, блин. Вот это мы и оставим. Поехали! Так, заказ. Яй-яй-яй-яй. Коте. Что, я коте? Ну да, я кстакот. Ну да.
Вова! Поехали. А как игру-то, блядь, начать? Оля, сука, подмигивает. Боже мой, я не знаю, это идеальная игра. Она не то чтобы гениальна, она идеальна, ну да. Как свалить отсюда? А, вон дверь. Так, стоп, стол, надо очки надеть. Боже, я как ребенок с этими очками. Ну, модник. Чисто модник, все. Надеюсь, меня не уволят, если я в этих очках буду бегать. Вернее, аниме. Аниме моя жизнь. Я хочу аниме. Такой грустный в этих очках сидит. Ты подумал над моими словами? Аниме хочу. Они набиты хиралием, но для людей с думом безвредны. С их помощью ты сможешь воссоединить мир. Вернуть все, как было. Да он одно и то же повторяет каждый раз. Да я понял уже, не тупой. Ну. Нет дела до соединений. И до узлов. В том числе я тоже одно и то же ему все время говорю. Но я сделаю все, чтобы помочь Амелии. Ну, наконец-то. Куколы, ясно. Погнали, ребят. Прическа как у натурала, кстати. В смысле, вы сейчас про мою? Сэм, послушай. Терминалы, которые люди Амелии строили в городах, через которые шли, двигаясь на запад, называются узлами. Инфраструктура цела, но сеть не работает. Воу-воу-воу. Сейчас по ней можно передавать только голосовые сообщения. А теперь какая у него прическа, как у кого? По проводной связи, по беспроводной и малые объемы данных. А, сцена, ебат. И если в конкретной точке нет нужных данных, наши хиралиграммы не отобразятся. Симонов. Если ты вдруг не в курсе, Амелия и другие члены Бриджа, с которых ты видел, это изображение. Да ну! Сгенерированные из локальных данных. Я-то так понял. В общем, тебе нужно просто найти узел, так. Подключить Кьюбит и активировать так. Систему коммуникации. Так. После подключения к терминалу ты сможешь запустить обмен большими объемами данных в нулевом времени. Так. И таким образом мы наладим связь не только друг с другом, так. Но и с нашим прошлым. Так. Нихуя не понял, но очень интересно. Все потерянные фрагментированные данные будут восстановлены. Mm-hmm. Это как взять ископаемое и воскресить динозавра. Понял. Четыре с половиной миллиарда лет истории Земли. Все те знания, которые мы утратили после выхода смерти, вернутся к нам. Итак, друг мой, мы одолеем эту напасть. Когда заработает обмен данными, создавать граммы станет проще простого. И ты сможешь использовать хиральные принтеры. Ну, нихера себе. В конечном счете, мы сможем передавать по сети все, что угодно. И даже кроме порно. Оригиналов. Жизни и души. Ничего настоящего. Одни копии. Только телеграм не блокируйте, все нормально будет. Вот поэтому носильщики никуда и не денутся. И до, и после воссоединения нам всегда будут нужны посредники. Нет грешным покоя, да? О! ББ, пора просыпаться. Это я с чатиком сейчас гулять буду. Безделье, мать пороков. Все подробности в терминале доставки. Не забудь сходить наверх. Груз заберешь там же. На эти ботинки без слез ты и не взглянешь. Мне их выбросить? Стой. Погоди. Я хочу, чтобы ты кое-что проверил. Эти существа среагировали на мою кровь уже несколько раз. Среагировали? В каком смысле? Классные ботинки, кстати. Не знаю. Ты же брал у меня кровь. Вот и скажи. Ладно, я посмотрю.
Ну чё, ребят? Я уже вроде спрашивал, но прошло уже сколько часов. Как вам игра? Так, опять это сейчас чувырло вылезет. Охуенно прям, да? Да кто ты такой, а? Не, ну, актер, конечно, вот этот вот, очень харизматичный. Это кто? Я о нем позабочусь, обещаю. Бебе. Бебе. Да какой бабе? Мы только встретились. Дебил. Бебе, ты слышишь? Бебе, бебе, хорошо, давай. Куроска, спасибо. Спасибо, Куроска. Это папа. Папа? Чей папа? Вот этого ребенка? Охуеть. Это его батя, ребят. Отлично. Так, подожди, сейчас какое у нас задание? А, подключить интернет. А груз? Окей, погнали, ребята. А где очки-то, кстати? Реально. Отправиться на запад. Подожди, не понял сейчас, а куда? Не-н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 е. Нахрена мне ваш терминал? Войти в лифт. Подожди, стоп, стоп, стоп. О, Пришвин. Я прям подавился пиццей от такой гениальности. Осторожней, сэр, ну. Это Дай Хард. Спасибо, Пришвин. Твоя задача. И Куроскас. Протянуть хирельную сеть отсюда до портового узла. Но не думай, что сможешь сразу пойти туда. Сигнал туда не долетит. Чтобы покрыть такое расстояние, нужно использовать узлы. Считай, что ты связываешь веревки, чтобы сделать длинную. Первый такой узел — это пункт Бриджеса. Взгляни на заказ. Доставь то, что им нужно, и подключи к Юпит. А, то есть надо еще что-то доставлять, да? Выполнение заказов доставить. Доставка умных лекарств. Пункт к западу от столичного узла. 1.5 килограмма? Ну ладно, окей. А подожди, а как, куда, чего, где? Подтвердить. Сэм, в описаниях заказов может быть жизненно важная информация. Изучи ее, прежде чем выдвигаться в путь. Итак, ребята, изучаем. Сколько процентов игры пройдено? Я боюсь, что мы еще даже пока не начинали ее проходить. Вот что я тебе могу сказать, дружочек. Для переключения между вкла... Куда? Куда? Я не прочит... Зажмите L1 и R1. Ну-ну. Описание заказа. Ну-ну. Так. Сейчас я разберусь, ребята. Смотрите, короче. Ага. Вот. Короче, у нас умное лекарство, да? Окситоцин, кстати, что-то очень знакомое. Я это не употреблял, но где-то я об этом что-то слышал. Прикрепить к костюму, нести в руке, выгрузить. И давайте ему, короче, коря, как бы... Сэр. Да за... Да шо? Для маршрута мы выделили тебе веревку и лестницу. Они спасибо. Помогут на крутых склонах. Понял. А из лестницы может выйти мост, ну, если нужно перебраться через реку. Окей. Наверное, сейчас ты думаешь о том, как тебе доставить заказ. В смысле, блядь? Как обычно, как я это уже делал. Чё, дурак, что ли? Меню управления грузами можно вызвать с помощью браслета, нажав... Ага, в этом меню вы выбираете, куда и как доставлять грузы. Учтите, что расположение грузов ощутимо влияет на вашу подвижность. Предметы, которые вы не можете нести или погрузить на транспорт, помещаются в ваше личное хранилище. Окей. Ты что делаешь тут? Куда ты...
5 лесенек, а что? Одной достаточно будет? Это лестница для подъема, я понял. Просто я не знаю, ну... Сколько мне их вообще в принципе нужно брать с собой? Как бы... Чего? Все? Две возьми. Почему две? Обоснуйте. Так, ботиночки, ботиночки. А очочки-то где? Не, ну в принципе, пусть все будут, наверное, чтобы груза было меньше. Окей, хорошо, Давайте три лесенки с собой возьмем. Проанализирую карту. Да подожди ты, дайте с грузом разобраться. Все, мы подтверждаем. По карте посмотри, сколько их будет. Ну, в смысле, там же их можно использовать, потом опять с собой забирать. Разве нет? А как карту посмотреть? Я тупой. Заказ назначен. Окей, вот карта. Раз. Два лестницы. Это типа те самые, которые уже стоят. То есть от Игорька, да? То есть идти нам надо вот сюда. Так я там уже был. Я ж там был уже. Там, в принципе, можно и без лестницы дойти вообще-то. Не, ну, конечно, пару раз упадем, но это, ну, как бы не проблема. Я ж там был уже. Не туда? А куда? Вот сюда? Подожди, а можно вот это отсюда метку убрать нахрен? А как ее? Убрать метку, да? Все, теперь метка стоит сюда, короче. Окей, я понял. Все, я понял. Ну, тут ты никак не... Ну, как бы... Как ты поймешь, сколько тебе лестниц нужно будет? Я хз, короче. Ладно, все. Погнали, ребята. Сколько еще по времени будешь играть? Да я-то откуда знаю? А сколько мы... ты чего? В смысле, а... Ты чё, дурак? А чё он её выложил-то? Распредели вес по рукам и ногам. Иди, пока заказ не про... Да ёп! Короче! Пизду, я пошёл. Нормально, нормально. Да нормально, нормально, нормально. Счастливого пути. Вот, спасибо. И вам тоже. Может, сейчас машину найдем? В RDR 2 играл? Когда на консоль вышло, да? Сэм. Да, сази. Трижды проверил снаряжение. Да. Обязательно. Так. В итоге нам надо туда. Это сколько километров-то? 1100 метров? Ну, в целом, в принципе, ну, я считаю, что неплохо, как бы. Всего лишь 1 километр. Я в магазин каждый день хожу столько же. Пешком причем. И ничего, нормально. А обратно с такими же пакетами на спине, кстати. Ну. И все нормально. Быстрее неси, чтобы пицца не остыла. Побежали, 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 побежали. Мы отдохнули, я думаю, сейчас у нас и правда есть больше сил для того, чтобы быстрее донести пиццу. Ну все, геймплей начался, наслаждайся. Да что, сука! Видишь, кто-то поставил знак. Где? Ты тоже можешь так сделать. Ник Ист? Послание, предостережение, слова ободрения. Все, что придет в голову. А, это вот это вот, типа, это как бы онлайн, да? Что за звук? Хорошо. Ну ник, это же ник... Это же просто опять бот какой-то. Хорошо, сейчас мы выйдем в открытый мир, и здесь будут всякие предупреждения, да? Я сегодня 7 км прошел. В жизни или в игре?
Хотя, мне кажется, и там это, ну, непросто. Сэм! Сэм. Да и... Даже лучшие курьеры могут потерять. Да я понял тебя, не души, но... Но ты лучший из лучших. Ты сможешь завершить то, что не удалось им. Если найдешь брошенные грузы... Сзади машина, где нельзя сесть. Доставить их по назначению. Это легче, чем тебе кажется. А ты-то кто? Понимаешь, все наши грузы отмечены идентификаторами Бриджес. А твой Адрадек оснащен сканером, который их засекает. То есть я хочу сказать, что эта штука на твоем плече поможет тебе найти пропавшие грузы. Да, вот уже диски какие-то нашел. Слушай, ну 28 килограмм это немного, но так вот смотришь, и ощущение, как будто оно весит, блядь, 500 000, я не знаю. Почему ты не любишь встречать людей? Ну, к примеру, сидеть в кальян-баре, например, со мной. Как бы ты это не, как бы ты на это отреагировал? Я, конечно, понимаю посторонние лица, но все же. Чего? Не понял. Кого? Какие люди? Какой кальян, блядь? На что бы я отреагировал? Какие посторонние люди? Чел, ты о чем сейчас? О, фак, о, щит. Надо было лестницу поставить, сука! Так, у нас там ББ задыхается. Так, вот, давайте попробуем лезть. Хотя здесь не так глубоко, ладно. В другой раз, ребят, в другой раз. Что, все, минус Игорь, да? Теперь он нам уже не поможет. Так, сканировать. Ух, ни хрена. Помни, Сэм. Каждый груз — это обещание человеку в беде. Что? Который надеется, что ты... Столичный узел. Подождите, а что это, ну-ка? Какие-то ла... это вот люди? А, это груз опять. Откуда здесь столько грузов? Сейчас город подрубишь, и будут постройки игроков. Хорошо. То есть нам надо сейчас пройти 1000 километров, да? Ну, чтобы открыть это все. Господи, мать. Обалдеть. А, ладно, забей, проехали. Ты... Подожди. Это вчера, короче, ты про этот, что ли, случай, когда мы с Зиной сидели в кальянном баре, собственно говоря. Я еще в этот, в телеграм-канал, в видео выкладывал. Сука, стример прочитает. Че тебе, блядь, надо, нахуй? Вот. И Зине начал звонить какой-то чувак. И типа, а можно к вам, а можно к вам? Я такой, нет, мы тут так-то о личном разговариваем. Собственно... Да, я не люблю с посторонними людьми вот так вот неожиданно встречаться, общаться. Особенно, когда мы с Зиной там, ну, значит, сидим, да? И общаемся на свои там какие-то темы, да, личные. Поэтому, да. Плюс это было, не знаю, раннее утро, поздняя ночь, я был уставший. Так что извини, конечно, но... Да, да, Капа Прай, да. Поэтому я... Не люблю такие спонтанные встречи с кем-то. Я не ЧСВ, ты не подумай, я не такой. Нет. Велосипедный, спасибо тебе большое. Но каких-то новых знакомств я не то чтобы ищу, понимаешь? Вот. Ты, возможно, человек хороший. Мы с тобой еще увидимся, я в этом не сомневаюсь. Так что ты не обижайся. А гору я, пожалуй, обойду. Она на ПК еще через год выйдет. Кстати, да, она еще на ПК выйдет когда-то там. Кстати, почему у меня ноги свисают? Точнее, у меня еще вторая обувь есть. А зачем она мне? О, а вот и груз. Да-да, я знаю, что я груз пропустил. Ну, вы понимаете, что я все не унесу? Это же жесть какая-то. Это что? А это что такое? Что это такое? Это что такое? Что за личинка? Что это? Опять кусок какой-то? Взять? А, и правда. Получен криптобиот. А, я их смогу кушать, да? Машину взять можно, только я не знаю, когда появляется сия возможность. Не, это-то я знаю, да, но я и говорю про возможность. Сейчас как бы нельзя, ну. Прикольно, таракашек каких-то понабрал. Перевесь на руки и ноги часть груза. Слушай, да пока и так нормально.
Давай ты не будешь спамить, я сейчас тебя перевешаю нахер, пермачом тебя, знаешь как? Больно будет. Сэм. Да ну ёп. Если попадется крутой склон или скала, не забудь про лестницу, которую мы тебе выдали. Это ж какая лестница должна быть? Интересно, как еще ее сможет использовать такой профи, как ты. Ха-ха. Если такой профи, как я, проще обойдет гору. Понимаешь ли? Ой, ой-ой-ой. Ух, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нормально? Я надеюсь, на меня тут камни падать не будут, там, знаете, со скалы все вот эти вот штуки. Не настолько же игра гениальна, чтобы все настолько было проработано. Я надеюсь. Сука, баран. Так, а вот лестницу нам все-таки походу придется использовать. Подождите. Или же... А ну-ка. Оп. Ой, только не упади. Так, лестница. Как ее использовать? Подожди, как использовать лестницу? Нести в руке? Или повесить на стойку для инструментов? Я тупой, ребят. Я хоть как бы это самое, но, блин... Так... Отлично. Она не упадет? Во, чё, куда ты, в небеса, что ли, полез, блядь? Отлично, бро. Тихо, тихо, ёб твою ты мать, блядь. Так, хоть нет! Модератор, а почему мобот банит людей, у которых, типа, слишком много буков? Ну, длинные сообщения. Это, по-моему, вообще не круто. Может, мне человек там хотел помочь. Расписался, а мобот банит. Настройте мобота правильно, пожалуйста. Ну, то что это вообще такое, ну? Подожди, а почему? Лестница? У меня лестница отвалилась? Чё, ёб. Так, а эту лестницу я могу забрать? Просто оставлять ее здесь опасно, если кто-то ее увидит и тоже попробует по ней забраться. То есть она теперь осталась здесь, то есть теперь другие игроки смогут ее увидеть и залезть по ней, да? А забрать-то ее можно? Подожди, а забрать ее нельзя? Оставь, забери. А как ее забрать-то? Схватить можно, то есть опять на нее залезть. Ты чё? Он сейчас опять упадет. Ты, блядь. Это не лестница, это гребаная ловушка. Ладно. Ладно. Не, ну это бред, конечно. То есть, хорошо, будьте осторожны, если кто-то играет в эту игру. Ближе просто подойди к ней. Да сука! Да вы меня троллите, вы хотите, чтобы я упал вниз? Ты издеваешься, что ли, сука? Я и так максимально близко уже. Как высоко-то. Ага.
Пойду-ка я отсюда, ладно. К черту эта лестница. Дурачки-то, а? У, сука. Забей на нее. Да жалко, блин, у меня всего лишь осталось 3 штуки, получается. А что это за линия? Спуск по вер... веревочка. О! Там утерянный груз. А кто это его потерял? Они сами по себе просто? Устойчивый к дождю. А дождь, я так понимаю, здесь тупо рандомно появляется, да? То есть он может пойти, а может и не пойти. Еще? Что это? Опять ник. Да на тебе лайк, надоел уже лайки свои выпрашивать. И что он тут написал? Что? Что это значит? Типа, осторожно или что? Ух ты ж, ёб. Ого. А надо нам туда. Вы знаете, я пошел не в ту сторону. Нам нужно, нам нужен трос. Который, кстати говоря, был в той стороне. Тихо, тихо, тихо. У меня свой есть, но я его не хочу тратить просто. Гиги за шаги. А, вон, видите, да? Только он ведет в другую сторону. Блять, да что ж такое-то? Ладно, короче, я сам слезу. Так, это не то? Подожди, или это то? Это то? Штырь? Так, в землю. Ага. Преодолевать крутые подъемы и спуски длиной до 30 метров. Подожди, а где трос? Нихера не понимаю. Может, лестницу просто поставим? У меня идея. Хочу поссать прям с горы вниз. Какой длинный спуск. Да ты писать будешь, нет? Он не хочет, походу. А, используйте так. Ха! Гениально, блядь. У-ху! Е-е-е! Ебай, вот это я понимаю, игра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ё-моё. Гениально. Так. Так. А, надеюсь, там теперь цветочки вырастут. Хорошо, мы попысали, да? Давай-ка мы вот в это бросить. Стоп. Я не знаю, что я делаю. Я надеюсь, что он сейчас вниз не полетит, как камень. Вот, зацепится и будет потихонечку спускаться. Там есть уже, блядь. Где? 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 Я не вижу. Все? Ну. О, сука. Нормально, 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 нормально. Живем. Все, фу. Ой, ну тут как бы веревки, чтобы главное хватило, да? 19, 18, 17. Нормально. Еще чуть-чуть, еще. Вот так вот. Ага. И еще. Давай. А. Прекрасно. Отлично. Супер. Это что? Отлично. И то есть и теперь кто-то из других игроков. Господи, я гений. То есть я сюда нассал, и теперь здесь вырос гриб? Прикольно. А, я понял. И потом, когда я активирую интернет в игре,
вот эти грибы, они будут в кучу, то есть люди, которые играют в игру, там, где они суд, там будут грибы расти. Пиздец. И можно будет свое грибное царство вырастить. Куда ты, блядь, поедь? Куда ты? Грибное царство, короче, отрастить. То есть договориться с вами, например, да, кто играет, у кого есть игра. Выбрать какое-то одно место и тупо ссать там, короче. Вау. Можно огород свой сделать. Реально Майнкрафт для гениев. Так, сканируем. О! Опять эти букашки. Ну-ка, букашки, иди сюда. А если нассать, кстати, на них? Нам. Так. Уровень крови. А, да еще и невкусно. Посмотри, как ставить знаки, смайлики и в инструментах вроде. Лестница, 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 лестница. Что-то здесь нет, нифига. А, о! Ля какой. И прическа поменялась. Какого хрена? А что ты прическу-то поменял? Это все из-за очков, что ли? Ладно. Зато модный. В принципе, быть как Серега Симонов не очень-то и хочется. У него, кстати, тоже ребенок появился. Узел, узел. Так, отлично. А здесь у нас есть что-нибудь? Нет, тишина. А, кстати, у меня есть в игре плеер. То есть я могу, например, гулять и музыку включить. О! Это что такое? Сканер рельефа. Куда ты прыгаешь? Не прыгай ты, ну. Взять не могу почему-то. Оно автоматически включается. То есть я не могу радио включить тогда, когда я сам этого хочу. Обидно. Ну ладно, шо. Не, ну ладно, как бы, ну ладно. Я могу свою музыку включить. Она ничуть не хуже, тоже подходит под эту игру. А. О, что это? Ебать. По-моему, это уже перебор. Что это такое? Зарабатывайте лайки, возвращая потерянные вещи. В смысле, кому? Так, вот здесь можно лестницу поставить. Я работяга. Ну как ж кряхтит. Так, тихо. Здесь нужна музыка более напряженная. Ой, сейчас сложно будет с таким грузом-то по такой лестнице идти. Ну, я попробую. А, сложить лестницу можно все-таки, ребят. Ой, погнали, блядь. Твою мать. Как? А, опции. Подожди, что? Как? Оптион? Подожди, не понял, кого? Как лестницу-то разобрать? Чьи ноги у тебя висят слева? Да ансаба одного подписываться не хотел. Груз? Оставь лестницу. Не-не-не, я заберу ее, я жадина. Я в кальянную не хожу, с ноунеймами не встречаюсь. И лестницу не оставляю. Скорее всего, я ее оставлю, потому что мне мозгов не хватит додуматься ее за... Как? Куда нажать? Помогите. Нажми L1 плюс треугольник. Это вроде смайлики... Да какие смайлики это, блядь? Не помоги нам лестницу забрать. А, то есть я могу любой смайлик... То есть я могу обмануть людей, например, написать, что здесь твари. Хотя здесь никого не было, да? И они такие, воу, надо обойти. Начнут обходить, а на самом деле твари там, где они будут обходить. Вау, гениально. Вулканический сложный заказ. Сложный маршрут. Сильный дождь. Темпоральный дождь.
Ё-моё, сколько тут всего, а? 500 метров с 1000 метров сюда. Прыгай, прыгай. Отличный вид. Тут можно отличным видом поделиться. Я придумал. Я куда-нибудь носу и поставлю там отличный вид. Пусть он моими грибами. О, молодчина, ББ. Не сдавайся. Так держать, помедленнее. Ля, сука. У, сука. Одобряю. А есть свалик, не одобряю. В смысле, я не одобряю. Туалет не здесь. Не использовать. Пользуйтесь на здоровье, лестница. Уснешь, умрешь. Почтовый ящик, база. Блять, сколько здесь всего, а? И это все в этой игре. Обалдеть, обалдеть. Ну, что я могу сказать? Здесь это... Ну, река. Очевидно же, ё-моё. Как забрать лестницу, мать твою? Да помогите мне, дурачку. А, зажми options. Все, забрал. Однако быстро. Не надо. Ебать, взрыв, у меня уже башня просто, я не знаю, на спине. Ладно, идем. Да ты чё? Чё? Да ты чё? Да ты чё? Ты её удалил. В смысле удалил? Тимоша, спасибо тебе за 200 рублей. Моя донатная девственность теперь твоя. Спасибо, спасибо, мне приятно. Надеюсь, тебе тоже было приятно. То есть, подожди, забрать ее обратно нельзя, только удалить. Так это насколько надо быть злым и жадным, чтобы удалить лестницу? Ну ладно, если ты бы ее мог с собой обратно забрать, как бы уйти и использовать ее в другой раз. Че за бред? Зайди в груз, нажми автораспределение груза. Куда, где нажать-то, блять, что ж так всё... А! Ни хрена! Я в шоке. Она сверху. Окей, все, я тупой, ребят, забейте. Все просто уже терминатор какой-то, чисто, блин, не знаю. Трансформер. Да ты чё? Опять речка. А, вот здесь можно. Нет, здесь нельзя. Надо опять лестницу использовать. Ее можно собрать оттуда, откуда я... Да, все, я понял, спасибо. Так. Вы знаете, я... А чё это там? А, это я там метку поставил. А, не-не-не-не-не-не. Ну, давайте попробуем. Ты ее забрал. Все норм, окей. Чего 110-то все нормально? Чего воняете-то? Фу, блядь, навоняли. Так, забираем обратно. Никому ее не оставь. Да забери, блядь, жопу поверни свою. Все. Разобрано. По-моему, меня опять наебали, и как-то, я не знаю, она разбирается. Разобрать и собрать это разные вещи. Да ну, господи, ё-моё! Он не забрал. Да и в жопу ее нахуй, эту лестницу. Затрахался я с этими лестницами уже. Я уже дома почти. Они мне уже не пригодятся. А сколько времени прошло и вообще сколько времени мне дается для того, чтобы добраться до точки назначения? Лестницу собрать можно с того места, с которого разложил.
Отличная игра, отличный стример. Ну, с игрой согласен, да, спасибо, Алиса. Ты когда закругляться собираешься? Да я-то откуда знал? Мне игра нравится, не хочу я заканчивать. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Честно, не хочется пока заканчивать. Груз проверен. Тот редкий случай, точнее, когда реально не хочется кончать. Обычно там уже надоедает, и ты такой, типа, о, все, давайте, ББ, ребят. А здесь как-то не знаю. Так приятно в эту игру играть, не знаю, с чем это связано. Так, ну, я доставил груз, получается, да? Доставка запрошенного глюзя. Ну, все, забирайте, забирайте. А? Ага. А? Доставляю груз. Спасибо. Всем оскорбим о гибели центрального узла. Никто не знал, что он значит для организации. И для UCA, и для нас. Но мужик, забери другие, пожалуйста. Это поможет. И груз. Скоро мы придем другой. К нему. Ага. Давай посмотрим. Че посмотрим-то? Чего? Просто супер. Спасибо еще раз. Похоже, все в полном порядке. И супер. Надеюсь, пункт тоже скоро будет. ББ. Так. А лайков сколько? Сколько лайков-то поставит? Ага. А чё так мало, блин? 129 лайков. Пиздец, я тут жизнью рисковал. Чуть ногу не сломал. Они мне 129 лайков дали. Обидно? ББ доволен, кстати. Так, и чего? 13-й левел уже. В смысле состояние груза 0.3? Я же ни разу не упал. Или это хорошо? Ты из второй группы, да? Не а знаю. А где остальные? Никакие. Кто? Мертвые. Выплеск пустоты. Упал? Как так? Один взрыв накрыл всех? И что, а, они да, отправили точно. Тебя одного? Если это была бы просто доставка, это одно. Курьеры иногда приходят сюда, но... Вторая группа должна была принести Кьюпит и подключить нас. Ты чё рёшь, блядь? 3 года мы ждали помощи. 3 года! И прислали одного человека. Чёрт, чёрт, чёрт! Хотя бы скажи, что ты принёс не только Окси. У меня есть Кьюпит. Ты... Правда? Так это правда. Они его наладили. Ну, возможно, небо услышало мои молитвы. Так чего ты ждешь? Подключился. Так что, ты со мной разговариваешь, вот и жду. Ты мои очки вообще видел? Во, пристал. Вау. Что происходит? Ты я так интернет, что ли, подключаю? Когда в Норильске провели интернет. Вау, 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 вау. Новая нить, покрытие хиральной сети. Восточный регион. Ля какой, новый член UCA. На терминалах доставки доступны новые функции. Изготовление снаряжения, доставить утерянный груз. Общее хранилище, забрать груз. Понял. Наверное. Этот район подключен к хиральной сети. Теперь вы можете видеть и использовать находящиеся в нем объекты, созданные другими игроками. Неплохо. Он даже более четким стал. Подтверждаю, столичный узел подключен. Это происходит, как и обещала Амелия. Наконец-то мы займемся своей работой. Эй, ты идешь на запад, да? Многие будут рады тебя увидеть. Будешь идти до самого побережья? Да чё так много вопросов? То есть ты своими глазами увидишь Амелию? Я ее не это только видел. Это потрясающе, честное слово, я... Я никогда ее не видел. Да, я понял, да, утерянный груз. Сообщения, когда был в первой экспедиции. Просто чувак очень любит разговаривать. В общем, будь осторожен в пути. Да, 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 да. Есть и плохие люди. Их больше, чем хороших.
Одного я сейчас вижу перед собой. Ты и сам это знаешь. Да ну ё... Спасибо, Сэм. Подключив этот пункт к хиральной сети, ты установил прямой контакт с теми, кто остался в столичном узле. Да. Что дальше? К западу от пункта есть здания, построенные предыдущей экспедицией. А за ними находится твоя цель — портовый узел. Но там нет интернета. На краю кратера, возникшего после первого выплеска пустоты. Твоя задача — соединить портовый и столичный. Но для этого ты должен превратить наше здание в дополнительные пункты. Они необходимы для создания стабильной связи. Расстояние-то большое. Мы хотим использовать и распределители, и электростанцию. А куда направиться раньше? Начни с распределителя. Есть один груз, который нужно доставить. Забери в ближайшем терминале доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Понял. Бля, чувак, я тебе вроде объяснил, почему я не захотел встречаться в этой гребаной кальянной. Сидит до сих пор еще что-то там рассказывает, какие-то истории непонятные. Он боится зрителей, блядь. Да никого я не боюсь, блядь. Ты видал вообще меня, нет? Ты посмотри, мышца, блядь, какая-то. Смотри, чисто биг нахуй. Кого мне бояться-то? Мне наоборот приятно, когда меня кто-то узнает на улице. Я обнимаюсь с людьми, целуюсь там и прочее. Борьбой занимаюсь там. Нормально все. Во, блядь, погнал, а. Вот поэтому-то я не хочу с рандомами встречаться, потому что у некоторых бывает что-то с головой не то, начинает какую-то фигню выдумывать. Вот так вот встречишься, как-нибудь не так посмотришь ему в глаза, он потом начнет про тебя там вещи всякие рассказывать. Просто хотел побыть один с Зиной и с соседом, посидеть, пообщаться. Вот уже, блядь, пошли какие-то непонятные заговоры. У, сука! Сэм! Твой труд приносит Чё? Кого? Мощность сети увеличилась, и поэтому штаб-квартира теперь может дать тебе дополнительные материалы и поддержку. Лишними не будут. Отлично. Выполнение заказов. Доставить. Подожди. Отлично, Сэм. Я вижу, ты вернул пропавший груз. Да, еще нет. Можешь оставить его тут. Если найдешь еще что-нибудь, будучи в пути, и не сумеешь дотащить, то всегда можешь оставить груз в хранилище. Там он останется в целости, а потом его заберет другой курьер. Ага. Даже если он пройдет через сотни рук, прежде чем прибудет, ты можешь быть спокоен, что сделал свое дело. Дело сделано. Симулятор курьера, да. Все там все одному чуваку отвечают в чате, мне аж страшно стало. Лысый, спасибо тебе за 100 рублей. Ну, давайте уже доставим груз, да? Только не надо мне сейчас опять тут рассказывать всякие вещи. Так, доставив утерянный груз на любой объект, кроме пункта назначения, вы сможете выбрать один из следующих вариантов. Доверить доставку, груз будет оставлен на объекте, чтобы его доставил другой курьер. Не доверять, вы сохраните груз у себя, чтобы лично доставить его по адресу. Подожди, а тот груз, который сейчас у меня, его вообще куда надо доставить-то? Я что-то нифига не понимаю. Ты не будешь стрим удалять? Да нет, голок жоп вроде не было. Зачем удалять? На базу? Столицу? То есть я не должен это, по идее, тут оставлять, правильно, да? Я с этим должен идти. Была, кто? Я что-то туплю, ребят. А, жопа голая была? Да она не голая была, алё, она была в это... кубиках замыленная. Плюс это игровая жопа. Выбери сейчас все грузы, чтобы тут оставить. А зачем? Вам я могу отнести? Я не догоняю, кто к вам ночью приставать начал. Да, знакомый Зины. Попросился как бы встретиться. Я сказал, нет, Зина, давай мы просто одни тут посидим, пообщаемся, да, как бы и все. Вот и все. Никаких проблем же. Не доверять. Подтвердить потерянный груз, который не может быть возвращен сюда. Будет доверен другим. Я не хочу никому его доверять. Я понимаю, что за меня другие игроки смогут его донести, но я хочу сам. Лучше оставь, так как ты сейчас другой заказ возьмешь и мест не будет. Ладно, давайте что-нибудь. Да какой-нибудь... Блять, юба. Доверить.
Выбрать несколько. Я один оставил для себя. Отнесу его. Доставляю груз. Ага. А. 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 А! А! Окей. Так, ребят, если кому-то этот груз достанется, пожалуйста, аккуратно. Хорошо? Договорились? Спасибо. Все. Дело сделано. Выполнение заказов. Так, ну, заказ для Сэма. Угу. Доставка редких металлов? Окей. Что? Чтобы построить почтовый ящик, нужен ПХК. Ты и сам в курсе, что если у тебя с собой нет ПХК, то его придется изготовить. Кого, блядь? Сэм, с ПХК можно сделать почтовый ящик. Понял. Вы можете возводить различные постройки, но однако строительство уменьшает доступную вам пропускную способность хиральной сети. При этом вы можете сделать свои постройки доступными для других курьеров. В зоне вокруг существующих построек отмечены так... Используя почтовый ящик, вы можете вернуть утраченный груз, а также доверить доставку груза другим курьерам. Ага. Ага. Обалдеть. Ну... И чё? Ну, готово. Давайте лестницу сделаем. Якорь нам нужен. Крюк, точнее. А можно еще один? И все? Типа... А, чё? Мне вообще хватает золота? Или что у меня там не золото, а вот эти вот очки опыта? Нести на спине. Да шо у тебя там? Твою ты мать. Это ж сколько тут редких металлов.